Думая сидел, на улицу смотрел. Напротив стоит дом с расхуяренным окном. Вышел я во двор, перешагнул через забор. Почти 3 метра рост, за тобой иду я прост. Взглянул на окно, башка выпала с него. Прямо в этот двор, где шагаю я пешком. Открываю я подъезд, захожу я на этаж. Выбиваю дверь ногой, бабусиный ярлаж. Зашел в квартиру, нет души. Смысл жизни поищи. На кровати, под столом, темной ночью, светлым днем. Сижу в квартире я, с разбитым на окном. Доедаю я червя, с человеческим лицом. Все внимание на двор, идет челик с топором. Посмотрел на мой карниз, кидаю голову я вниз. Не могу я больше ждать, мне нужно убегать, чтобы челик с топором не пришел ко мне опять. Поднимаюсь на чердак, загорелся мой пердак, и я прожег 2 этажа, и вот так спалился я. Вся в пепле сожженная квартира. Где же, бля, спрятался петрило? В полу зияющая пасть, в нее как бы не попасть. Взгляд окинул потолок, вижу жопу между ног. А вокруг огромная звезда, чую жопой мне пизда.